Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Саши с ником Сансерочек, вот так вот. Находится он в гильдии. Наше пиво. Интересная гильдия. Так, первые и вторые места. Битва гильдии Атака Фортов. Босс 19.30, Атака Фортов 20.00. БГ, минималка 1500 на БГ и Атаку Фортов. Явка. Не понял. Наверное, скорее всего, явка. Окей, или не обязательно. Такой вот коллекционер героев. Что-то он уже ролил. У нас осталось 40 косамов. Аккаунт у нас. Бездонатный полностью. Ну, герои, как видите, есть неплохие уже. Поехали посмотрим, что у него интересного есть. Так, ну неплохо, неплохо, отлично. Посмотрите, Райка с третьим. Он, кстати, написал, что он слил, у него была восьмерка, случайно поменял на тройку, бывает. У меня тоже такое бывает. Это нормальное явление, когда у тебя куча коробок и талантов. Так, явление, ну, интересный вариант, конечно, но я бы, наверное, не ставил бы сюда явление. Хозяин Павел, ну блин, я вам скажу, посмотрите на, нифига себе, посмотрите на его таланты. Это без донат? Да ладно, тут донаты многие обзавидуются. Хорош, хороший аккаунт. Сейчас посмотрим, что ему не встает. Какие недостающие, ну тоже недостающих хватает. Осма, это понятно. Трифит, Командора. Блин, одно и то же сегодня. Асура, Бугимен. Ну, в принципе, хватает недостающих. Ему тоже надо нормально натащить. Окей, поехали. Будем по чуть-чуть ролить. Студеный. Влад Дракула. Ну, так, Ара. Князь Тыква. Череп. Ну, такое, такое себе. Рандомчик, давай удиви. Заклинательница. Ну, я вам скажу, на 10к мы сейчас вытащили 6 слизней. Это уже неплохой результат, если сравнивать с другими. Что-то очень плохо последнее. Смотрите. А, у него и с ремкой. Рунами вообще трэшует он, я смотрю. Читер, читер. Все слились. Жесткий аккаунт, бездонатный. Такс, интересно, интересно, что же у нас будет дальше. Следующая десятка у нас просто будет. Триант, Влад Дракула. Да что за фигня, Джиджи, Дея, Фараон, снова Зила. Скажите, что это за роллинг? Где вы такое видели? Только на русском сервере. Блин, такое хорошее начало сегодня было. Такие герои начали падать, и как-то вообще печалька. Честно скажу. Просто какая-то жесть, Гаргул. Укротитель. Одна магазинная фигня падает. Дракос. Ну кому он нужен? Жизнь, боль. Дед Мороз. Именно вовремя выполнен Дед Мороз. Хранитель Фрэнки. Но есть у него это все. Просто какая-то жесть полная. Бигфут. Ну, королева гарпий в конце упала. Что я могу сказать на это, ребят? Ну, это печально все. Конечно, чем меньше героя выбивать, тем сложнее, но, блин. Там Бигфутов насыпало, там Анубисы понападали. Какой-то хаос творится. В принципе, все, вот такой короткий роллинг.
Что еще вам показывать? Давайте посмотрим, или собрали мы хоть слизни. 14-15. За 30к просто не выбили толком нифига. Ну ладно, будем сейчас тогда, значит, решивать. Как всегда. Ход конем. Так. Эх. Сейчас мы включим эту админ панельку по Берику. Вообще, не знаю, что вам сказать. Реально, что-то коллекционер меня не зацепил. Очень много аккаунтов, которые печали. Точно так же, как и я. Может, сейчас выбьем имбу. Лишить девственности аккаунт. Ужас, еще и планшет садится. Надо это все быстрее делать. А то, если не успеем, будет очень обидно и печально. Нет, пожалуйста. Пожалуйста, не садись. Слышите, да, эти звуки? Эти звуки этой любимой нами игры. Во всем надежде на тебя. Да спасибо, не надо мне ваш шар сейчас. Ну давай. Последние секунды. Знаете, как какое-то, блин, западло. Наконец-то раздуплился. Сейчас, как обычно, просто в самый ответственный момент он просто сядет. Раз, два, три. Ну. Отлично. Let's go, ребята. Посмотрим, что у нас получится, если сильно мучиться. Итак. Ух, мы это сделали. Ну, может, мы имбу хотя бы выбьем? Ну, какой Дед Мороз? Ну, блин, что за фигня? Вот скажите, вот как так? Вернулись к 72. В общем, ребят, ничего не произошло. Ну, практически не произошло. Забрали пакт, хоть что-то, знаете. Вот так вот я бы сказал. Потому что, ну, это печаль полная. Просто беда, а не роллинги. Перехотелось дальше ролить. В общем, пишите комменты, не знаю, поддержите пацана. Это русский сервер, это русский коллекционер, это русский бездонат был. Ну, у него теперь есть еще ангел. Это вам не просто так. Плюс ЗП-шек, смотрите, сколько нахватали. Просто жесть, он сейчас прокачается тут. Просто дальше некуда. Все, пишите комменты, лайки, репостики, все дела. Участвуйте в конкурсах. Ссылочки у вас есть в описании. Я пошел еще одному паролю и буду заниматься уже для вас записями видосов. Ну, такой вот Коля. Все, всем удачи, всем пока.